Чё, реперов смотришь? Кого? Реперов? Реп смотришь? Реп танцуешь? Ну, вроде. Реп не танцуешь? Даже не пою. В школе расскажешь у Розы. Как надо радоваться перемене, чтобы такое танцевать. В школе Розы и придумали, Сычин. Виктор Цоя, перемен требовали сердца. Я уже брейкдансер. Да? Доктор. Что? Доктор Дом. Из психушки, который Альварес. Угу. Мне до сих пор не выкинуло. Это борда какая-то. А ты хочешь нам его включить? Давай не будем, нормально общались. Покажи лучше видео с милыми котиками. Уже смешно. Хотите, я могу демонстрацию экрана включить? Так, лагает. Еще раз, подожди. А я не смогу, у меня звук вырубается. Давай. Погнали пока на X2. Я вам своего покажу бисового на те времена шамана. У меня там ДК красивый. С трансмогом, надеюсь? Вот, 2 кубика. Так, все нормально. Все есть, только тихий. Я там шипы с трансмогом. Что у тебя за горе? Они не взяли меня в ЗА. Сказали, слишком маленький левел. Сказали, 5-ю карту не пустит. Да это хуйня. А как же все истории про маленьких, которые проносили топ-контент? Дети Дождя, например, Юрки из Дурки. Рыцари темного пива. А ты слыхал про юного протовара, который смог? 3.20. Я бы даже не задумывался смотреть. Ну ладно, там, по-моему, что-то смешное, так уж и быть, посмотрю потом. Хорошая гильда. Можно переименоваться. Сколько ренейм стоит? Даже скинуться готов немножко. Согласен абсолютно. Как заебет в светлое пиво, переименуемся. А потом в ржаное. Не, ржаное не, светлое нормально. Не фильтрованное только. Опа, пиво давно. Как хорошо я появился. Мать твою. Шевелиться нельзя, да? Да. Да ладно, у меня уже эта собака тут со всеми разобралась. Пойду я отсюда. Ну да, я вижу, труп валяется. Разобралась. Подожди, у меня на моем видео еще пока нет. Пока еще разбирается. Блять, я побежал. По-моему, ДХ добавили только что. Ну да. Ага.
Если добавили, Гудвин бы уже рассказал, он бы уже посмотрел. Не среда, вроде. Сказал бы, сколько у него ДПС. Ну да, на магии. Бисового на этом, на сервере. Да блин, да не может один человек столько знать, кто сколько ДПС дает. Гудвин знает. Гудвин это наномашина. Она потому что мелкий? Да. Чего? Рисуманьте, пожалуйста. А у меня нет. Да можно... Да, выходите из кишки, и все нормально будет. Блять, у меня так мало голды, ужас. 3-400, ужас. Я меньше сотни. А, ладно, наебал, 34. Но все равно мало. Я только сегодня сфер купил. Нахуя? Тебе Мерлин нужен, я понял. Ай, он еще и прическу поменял, ай-яй-яй. Ну, Рост вроде пишет, что не может зайти. Печально. А у Донта нет доступа к аккаунту? Я уже вышел. Я просто ТП-шнул, сейчас полечу. Ну, Донта может дать в целом пас, я думаю. Че нет? Возможно. Ну, Донт не будет такой хуйней заниматься, потому что Донт у нас вообще ЧСВшный парень. Там просит заявку в Дэйси принять. Сейчас ему дам. Может, он просто спрашивает, как это можно сделать? Может быть. Что спрашивает? Вот опять весьма странный телевизор на заднем плане. Бежим к Торему. Так это, Невер, ты не ответил. Какая пуха на смут топовая на шипы? А, подожди, у тебя тут вопрос не в шипы, у тебя вопрос именно в сете. Нужно, чтобы сет-бонус подходил. Вообще нужна как в этом. Ну вот под этот сет нужно брать как фамильная. Только не фамильная, а с классика. Я не помню, где падает такой молоток белый. А, я знаю его, я понял о чем-то. Ну, он хорошо прям подойдет. Ну, да, возможно. Он с белым светом еще таким. Сейчас я найду, где он падает. По-моему, в недрах. Да. По-моему, это он. Все, нашел. Короче, гар. Где нужен? Огненные недра? Да. Вообще самое охуительное это вот эти два посоха, которые падают. Ну, Анфема вот на охуительно смотрится. Ну, это наш ПП. Будем бить сегодня, нет? Чё-то такие все посохи сейчас. Ну, у Анфема это чё, он жесткий, по-моему. Ну, Анфема нормальная, наверное. Да, но на этого, на... ШПшку прям темный сет сделать. Есть вот... Чего? Сумон, чего? Я уж почти туда. Невершкаф поставь, пожалуйста. Конечно, сейчас типа Аллахшалабалей. Не получается, ребят. Не работает, да? Локи, давайте теперь вы попробуйте. Вот это посох анафема, который прикольно смотрится. Вот под такой сет, как у меня сейчас. Нет, нет, не надо. Нет, это мягко нельзя. И, кстати, где там у нас 3 еще был?
Я вам опять Сталгорода зову. Боль повесится. Давайте всех убьем, одного вонка возьмем. А метки бросить? Блять. Ой, боже мой. Припугнай в обычку. Какую обычку, ёбнем? Хотя бы этого босса станет дальше поймёт. Да метки я сейчас быстро поставлю, метки не проблема. Их назначать долго. МК есть, МК есть, кто-нибудь? Есть, я взял уже, да. А, все, отлично, отлично. Давай, я встану, буду резать пока. Все по команде, все четко. По-моему, убили МК. Нет. Бой бы начался. Вон я встану, прыгаю. Да, отойдите от Сетра, Донту мешаете немножко. Встаньте а туда, ко входу все. Дуат, можешь быть полезным, в квадрат пойди встань. Квадрат пойди встань. Кир в крест впереди, туда встань. Это я тут уже знаю. Короче, забегал, метку поставил, в метку за ним перебежал, смотришь. По-моему, близко очень. В луну встань, у тебя в луну. Дебильные метки как раз представлять. Печеньку близко, по-моему, поставил. Ну, мы вот сюда куда-то надо. Давай, все, метки есть. Добой сейчас поставит, распределят. Нет, распределение то же самое. А, ну только треща куда? На чем мне стоять? Трещ, а возле этого, возле калитки. Ну, возле туннеля. Рыбу поставил кучу, а там не плавалось. Метки так же, да, ты прослушал? Угу, да. Все метки такие же. Ты остаешься с маленькими тогда. Закрой, пожалуйста, этого моба, я рыбу похаваю. Он перехватил меня МК. Да давай я сейчас трапу по него положу. Это кушай. Там же комбат будет. Угу. Перехвати, пожалуйста. Исполин, перехвати, ну и бучу. Я не вижу, где? Рядом с трусами. Вот видишь, вот он прыгает. Я его затаунтил. Все кушаю. Вкусно? Ну, расскажи об ощущениях. Теплое? Да, только кто-то жопой мне подходит. Все. Чувствуешь, как она тает во рту? Перья там лишние в ней. Исполин отпускает. Походу пернатая рыба была. Незваные удачники, заморыши! Да ладно, что это? То есть, это Это было в горах. Разрушительная молния, 120к. Мой повелитель, зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить? А, забагалось, помните, как раньше багалось? Это, конечно, было. Вообще нормально сейчас было.
Прикольно молния же. Она все кучненько лежат. Блядь, какие-то проблемы начались, сука. Следующий этап, вы все говно. Блин, прям просто чистенько, не в него. Время, деньги, друг. Какой важный. Что-то хочет. Ну, хочет стать новым президентом этой гильдии. Двинуть Дон туда, не переизбрать его. Свергнуть. Надо обнулить Донта. Простите, что я заслуживаю. Чё? Пожалуйста. За что? За то, что ты набил меня в всех рейдах. Потом мне такой, типа, ой, да ладно, Нейвер, да чё ты, да это всё лишь шутка. Я так перед пацанами повыёбываться. В школе рассказывай. Расмус готов? Да, баф раздавал. Угу. Блин, как долго, ну, глаза слезеть начинают. Черпызи силу тут, блин. Помянем. Вы заплатите за то, что посмели вмешаться. Погодите, вы? Я помню вас. Рич, ты тут остаешься. В центре. Но вы? Что это? Где я? Кто вы, мой повелитель? Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Их нужно остановить. Влево пришли. Вправо. Все вправо, вправо, вправо. Кто там? Войд, Войд. Не знаю, мне страшно было. Влево, блядь, пизда. Лагает, кстати, сам. А у нас тут нету, да, этих БРщиков больше? Блядь. Вот ты в какой метке скажи, чтоб трещи стал. Трещи ты в кружке теперь. Ну, кстати, да. Что еще раз? Не отступать! Уничтожить! Принял. Кого поднимать? Войда.
Я хочу потом зайти в Ульдуар в Т5. А ты фичишь? Чё? Извращенец какой. Он актуал, он будет в Т5. Как бы волониры, да, вся хуйня. Давайте спрыгивайте, спрыгивайте, все спрыгивайте. Бесстыжие выскочки! Вы решили бросить вызов мне лично? Я сокрушу вас всех! Это невозможно! Дориум, не сомневайся! Не убейте завоевать. Моих врагов ждет ледяная смерть! Они проходят. Все, пошло. Все. Раньше 12 метров держим. Где? А, что-то в квадратике только трое стоит. Если мы отошли, возвращаемся. Космос, блять, на место свое встанет. Сейчас убьет. Расмус на место встал. Убьет же. Ты сейчас печеньку всю положишь, если не встанешь. Здесь лучше самому умереть, чем всех положить. Больно. Айвен, если встать, вставай, если есть. Путер, что там с МК? Переказ был. Эта ж хуйня не всегда с первого раза проходит. Пока раз лакриму. Я уже Берн. А, давай, отлично. У меня когда я был внутри? Тут... Я помню. Вас. Отойди. Спиллбаунд, винер, залейте кто-нибудь. Без вариантов, нет ничего, спел. Там завоеватель всех хуярит. Беру, он не всегда с первого раза контролится. Я сейчас вернусь. Слушай, Дон, так а ручеёк что-то не убивать, что ли? Мы от него ударил вот сюда. Да, меня нет, я прожался. Не, я просто от него отходил, так что не сразу понял. Герои, теперь вам предстоит отомстить. Давай, попробуй. За нас всех. Это будет непросто, но я готов помочь вам. Вы должны победить. Мелики не бегали никогда. Нет, они не бегали, я их видос смотрел. Конь. А колечко на успех паролить, если за ГП, нет? Что сейчас есть? Народ, а колечко за ГП на успех? Вообще, да. А, ну если да, то ладно. Thank you.
Ой, Войд, ты сыни. Ты колечко ролил, да? А я это, да, я понимаю. Дуат, отдай колечко, пожалуйста, Войду. Сейчас. Момент. А где Войд? Надели моих смертных союзников мощью грома. Ну да, я тоже так считаю, что новых можно и так вот называть. Тебе на Пава нужен? Ну, Войд это на мейн. Войд, Мишка. Ладно, короче. Так. Тем более он танчит, иногда можно и без ничего, да. Да, ну, мастерства никогда не бывает никак. Нет, это поэтому. Ну, я давай нормально. И так с этими ребутами мы задержались. А... Да, можешь кетрики быть уже. Так не понял, кольцо за ГП или просто так? На оф. На оф спек за ГПшку. Я начислю ему. Поставьте шкаф. Точно, Фрея же еще есть. А мы сидим там около Вазикса уже. И трэш почистили, да? Угу. Да, приятно, 3700 СПД. Древние, дайте мне силы. Помогите мне, дети мои! Я грузовым позбиваю. Тоже на водном. А на грозовом Ваук еще посидит пусть.
Я только еще и на 8 дробь теперь начну держать. Ну да, да. То, что бьет он его. Зорки глыба. А куда семечка улетела? Чё не вижу. Прям в ходе. На твое оружие есть не раз. Раз в гостях. А, нет, у тебя поддержка 15 секунд. Ну как закончится КД? Да, тогда пусть лестнет. Да, он сейчас третий раз упадет. В смысле, где на пула? Хорошо, где ДПС в на пул? А, ну тут... Дарс играли, пожалуйста. Извините, тут... Была ошибочка, моя большая проблемка. Да, с человеком новым общался просто. Он же должен был Гудрику написать. А? Он же должен был Гудрику написать. Ты, блядь, как Гудрику, ты чё? Чтобы ты вам курс делал для всех Велгов. Гудлик, он уже верил, так, типа, мы гильдия Nord Mythology, смотри, короче, Damage King, 15к DPS на магике, полюшка, топ-лог, рейс. Ну, типа, вот такую информацию должен был получить, или как? Да. Это достоверно. Ну, в целом, да. Там в Броумер. И топ сплетница сервера. Да. Кого бэрить? Гудлика? Ну, Гудлика. Да, Гудлик молчи, Гудлик молчи, ты себе скучно сейчас. Да. Вобро за пивом пошел. Бежит. Пробафать копавших. У меня, если что, еще БР есть. Мне нравится Гудли говорит, типа, чел, от которого толку ноль. Помню, ты варом кикнул каст. Просто одну задачу, типа, две кнопочки нажать. Иступление плюс кик каста. Все, проблема. Рызык, а что ты ищешь оправдание? Да, чё, господи, на Гудлика сейчас бы обижаться. Невер стоял, с меткой бил всех. Ну, так бывает. В хейме же забывает. Дерево и геру. Босса. Гудлик, сколько у колёт за ДПС? Чё что? Какого-то фига двигаться не могу. Дерево сзади, ребят. Алло. Корня вообще не было. Вы чё? Добили. Берегитесь.
Да. Конечно, кинул, да. Дерево. Лежит в колонне. Он больше не властен надо мной. Мой взор снова ясен. Благодарю вас, герой. Кроме ларя вообще нихуя ценного не упало. А кисти рубишь за ГП нет? Есть урок за ГП? Оп, это чертеж нужен. Но я ролю только если без ГП. Да, слушай. Да пока его выпьет. Давай ларь повалим. Так, а с Тори мы поговорили? Да. Блять, собака у кого-то... Ой, пать бомж бежит просто, как придурочный. Донт, мне типа ролить, да? Чё с ларём алхимика? Донт. Да-да-да, конечно, конечно, я ж теперь до этого. Да, только я забрать его не могу, Дон. А почему? Не знаю, дай Дуату будет. Он выиграл. Вот, забирай, попробуй себе. Забрал. Ты его выиграл. Остальные только что ливнули просто. Конечно, бля, все еще Ульдар дрочат нос, нахуй. Пиздец, бля, слабый. Это легион? Где нихуя, легион в топ-гильде. Не, мы академка легиона. Мы для них кадры поставляем. Волонира. Бля, это пиздец, там в легионах просто праздник будет, они за реальные бабки соберутся, просто всем билеты скупят, чтобы съехаться в одно место и затусить прям. Типа, пацаны, мы поднялись, вау! Накс, у Наксрамоса, блядь.
Не, они реальный нац отстроят и там пати замутят. Понял, косплей пати такая. Неплохо. Еще и в дреньяк нарядят кого-нибудь. Космос, ты в луну сап даешь. Суза в квадрате, козорки в треугольник. Что, народ там интересуется, рецепт будем ролить вообще? Нет. Там кто-то остался вообще? Нет, дрыщ не будет трени. Что, мы рецепты теперь не ролим? А че, нужны все рецепты, что ли? Ну, вообще, да, рецепты, да, мне нужны. Я же че, просто его ужин. Я могу тебе скрафтить все что угодно. Так я-то, блин, для профы себе хочу. Ну, в смысле... ЧСВшное название. Что драка. Написано, сделал Карас. Понятно. А? Хорошо, давайте контроллер сдаем. Да, это... Пошли. Какой-то телевизор сильно громко. Это мое сердце. Я бы сходил к кардиологу так. В нем рассказывают рецепт пояса полярной жизни. Нужен пояс пацанской жизни. Так. Есть пояс паладина. Пояс настоящих мужчин. РПБ Крит. Паладины такое не носят. Это древние боги. Целуются, да? Ну вон, слева Нзот, а посередине это, по-моему, этот, вот, который рядом с нами. Это этот, блядь, как его. Ишарадж, по-моему. А что с его убийцей до элементаря? Он умрёт. Вы что? В смысле, мы уже убивали. Опачка будет, да. Да. С него целый Волонир падает сразу. Говорит, заберите, отъебитесь, больше сюда не приходите, ебанутые. Народ, а что с чертежом-то кузнечного дела? И без ролла, что ли? Кого? Я не знаю, что там с МП5 было. Ну, Зажки я знаю, сказал, там было МП5, кузнечка, ребята. Да, 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 я его выучил, могу скрафтить. Ну, так-то и я мог бы скрафтить, был бы он у меня выучен. Ну вот, хорошо. Крыса, Дон, крыса, фу. Охуенно, блин, вообще у нас, а? Да, поделитесь. Рецепт, типа, это он 200 калорий не стоит. Я тебе куплю еще один с аукциона, скинул. Давай, терчек. И мне тоже купи тогда. Так, мне за другое. Мне просто 200 голды. Бля, чё, ну, началось, типа, рецепт. Да, лучше голдой. Ладно, я бы там сыка бы рецепт сролил бы. Ладно, давай. Всё, все на месте есть, наверх поаносишь. Я пошел пулять. Иди. Буду ждать тебя в казарме. Давай. Кстати, осуждаю за профу. Горное дело. Кого? Раз, ой, ну да. Побежали, побежали, разбежались, разбежались.
встали ровно в звездочку и начинаем играть босса. Разбежались. Ровно в звезду встаньте. Билетка безликого назад. Фудлив. Молодец. Разбежались. И в звездочку все встаньте потом. Нет, это 4. Мне 4, это 4 нужно, чтобы это агро держать. А, разбежались. Это кого что сделали или не парься? У меня есть все бонусы от ФДК. Скорость снова. БТК сделать тебе лучше. По БТК меньше агро. Да, ну, да. Угу. Я считал. Это кару. Кару назад. Добежали. Донт, я даже не брущу, чтобы ты понимал. Разбежались. Это химера через лупу у меня. Да я кидаю в тебя химеру через лупу, конечно. 5, 4, 3, 2, 1. Лакрима и второй друид тоже не убегайте далеко. Разбежались. Ровно, стойте, звездочка. Мелики, а у тебя выключили. Я выбежал. Пары рядом. Прям совсем. Блять. Разбежались. Цепной молнии тоже не кастуйте. Стаж буря, я тебя ГП дам. Разбежались. Путер. А, я думал на мне. Разбежались. 10 секунд собираться должно. Топнул ХЗП. Давайте стопнем ДПС. Да все, уже собирается. Да в пизду, блядь, сейчас, блядь. Чудо тикает, разбежались. Че, я донт отдам на фу, подождите. 3, 2, 1. Разбежались. Я спросил, блядь, куда вы, блядь, его бьете? Он еще до меня дойти не нашел, босс. Сейчас я на пулю и потом только начнем играть. Давайте сейчас начинать. Разбежались. Сбегитесь и герлывайте. Меня лагает, так что смотрите внимательно сами. Разбежались. 5, 4, 3, 2, 1. Вот разбежались. Разбежались. Все, доигрывайте, босс. Разбежались. 5, 4, 3. Осуждаю. Метка безликого. Ой, да, да иди ты смешно. Воу-воу-воу! Гений. Там триня лежит. А чё вы это, ну, рулить-то будете? Кто там ее собирает? Вспышку рольте.
Какой приятный ДПС на том боссе. Да дрищу тренер не надо. Сколько у этой тренера, когда 45 секунд? У нас такая цена сейчас. Я думал, Лидл там уже 270-й там левел какой-нибудь. Все золото, штука можно. А ты завидуешь? Конечно. Зато ты его премию свежую получал. И кашля, и крестик. Давайте уже добивать быстрее, а то опять долго сидим. Долго. Ну, давай.